Мои дорогие зрители, подписчики и гости моего канала. Сегодня у меня радостная новость. Сегодня приехала ко мне посылочка. Это посылочка от Шуваевой Татьяны. Это моя подписчица, женщина. И мы с ней решили обменяться растеньками. Я сейчас достану растеньку. Посылочка приехала в лучшем виде, в целости и сохранности. Все с ней хорошо. Сейчас я хочу растеньку достать и показать, что я, с чем я решила, как говорится, обменяться. Так как растение еще прикреплено самой посылочке, я до конца не раскрыла еще. И еще у меня маленький сюрприз, подарочек. Я, конечно, в приятном шоке, ввиду того, что, наверное, просто человек учел то, что я еще до конца не выздоровела. Все вы уже, наверное, прекрасно поняли, что я креплю и еще до конца не оздоровилась, как говорится. И вот такая вот у нас растенька. Вот. Это у нас молочай. Сейчас я, наверное, распакую его, чтобы не хрустеть, не шелестеть. И покажу, что за растение. Вот такой вот молочай ко мне приехал, колючий. Я так его хотела. У меня когда-то уже был этот молочай, но побольше был. Естественно, он много раз цвел у меня и цвел красненьким. По-моему, этот тоже должен красненьким цвести, насколько я помню, когда мы с Татьяночкой переписывались. Татьяночка, спасибо вам огромное. У меня еще очередная мечта сбылась. И я хочу отдельное спасибо сказать за ваш подарочек, который вы прислали мне, ввиду того, что я еще не выздоровела до конца. Это мед. И теперь я наверняка уже выздоровлю, так как у меня долго держится моя болячка, в том плане, что волос все время садится, надрывается. И я чрезмерно рада этому подарку, конечно. Я у вас в долгу. Это действительно огромный и приятнейший подарок, зная о том, что вы этим занимаетесь, и у вас есть возможность такова. С растенькой, конечно, я тоже не знаю, счастья нет предела. Действительно, радость переполняет. У меня действительно растение тогда пропало от перелива. Я не знала, как с ним обращаться на тот момент. От цветов я была очень далека. Вот, и мы его иногда наряжали как елку на Новый год.
Действительно хорошая растенница. Такие иголочки. Вот. Ну, потрясающе. Все с ним хорошо, даже внутри, вот, по-моему, еще отросточек идет. Это уже ответвление, я так понимаю, внизу. Вот. Так что растенька просто здоровенькая, супер. Теперь у меня будет еще один малочай. У меня есть малочай ребристый, очень высокий, 2 метра ростом. Я его к маме отнесла, ввиду того, что много места занимает. Пока это чудесное растение еще не достигло таких больших размеров, пока оно поживет у меня, вот, порадует и подцветет еще несколько лет. А в будущем будем, конечно, смотреть и думать, что с ним делать. Потому что у меня уже орхидеи и камбрии начинают вытеснять все с подоконника, все домашние цветы. Но я надеюсь, что ему еще долго-долго у нас расти и развиваться. Спасибо вам огромное, Татьяночка. Это действительно бесценный подарочек. Я тоже уже готовлю посылочку, так как мы и договорились, чтобы на выходных не попала она на почте, там не застряла. Вот, ввиду обмена мы решили обменяться, я ей фиалки, она мне малочай. Я сейчас собираю полностью повторные сорта фиалочек, которые у меня есть, и буду отправлять тоже такую объемненькую посылочку. Так что готовьтесь, ждите, в понедельник, вторник я отправлю, и в скором будущем вы получите свои растеньки. Я могу предварительно показать растеньки, ну, сами фиалочки, какого размера могут быть. Ну, они, конечно, разные. Бывают вот такие большие, есть чуть-чуть поменьше, это подростки, деточки. Вот. Фиалочки у меня есть еще также совсем манюхонькие. Вот. То есть все это будет отправляться вам уже как подарочек в ответ на такое замечательное растение. На этом я завершу. Спасибо всем за внимание. Хорошего дня. Побольше позитива. Больше делитесь и обменивайтесь подарками. Это очень приятно и здорово. На этом прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.